начинаем церемонию награждения лауреатов первого всероссийского конкурса журналистских публикаций имени первого президента РСПП Аркадия Ивановича Вольского. Наш конкурс учредили Российский союз промышленников и предпринимателей, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям при поддержке гильдии периодической печати. Я предоставляю слово для приветствия президенту РСПП Александру Николаевичу Шохину. Я приветствую вас. Нам очень приятно, что конкурс деловой журналистики и «Честь выше прибыли» нашел своих героев. Вторая номинация называется так: «За вклад в конструктивный диалог бизнеса и власти». В шорт-лист этой номинации вошли программа «Большой дозор», радиостанция «Эхо Москвы» и газета «Ведомости», совместный проект. Программа «Деловые новости», телекомпания НТВ. Для оглашения победителей я приглашаю к микрофону начальника управления периодической печати, полиграфии и книгоиздания Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Юрия Сергеевича Кулю. Мне кажется, что есть большой смысл вот в той номинации, которую огласила Наиля Олеговна. Между властью и бизнесом, безусловно, должен быть конструктивный диалог. И он может состояться только тогда, когда власть либо не мешает, либо помогает. А лучше всего эту ситуацию в прессе отражают, я сейчас назову фамилию. Номинация «За вклад в конструктивный диалог бизнеса и власти». Программа «Большой дозор». Радиостанция «Эхо Москвы», газета «Ведомости». Просим Ольгу Пучкову «Эхо Москвы». Спасибо.